вот наша дискуссия, она, наверное, и интересна. Но интересно и о том, что мы не обсуждаем именно фильм, мы продолжаем вот тот разговор, который, собственно, расцветает в интернете, и совершенно справедливо отчасти. Саша предложил смотреть на сегодняшний показ именно как на фильм. И что мы видим? Собственно, это даже несколько новое кино. Еще мы здесь практически не работаем камера, она не ищет ракурс. А есть какие-то здесь вставки, связанные с анимацией, которые, может быть, пытаются заострить или дать генеральную линию мысли художника. Вот отчасти и все. Но здесь поднимается серьезный очень нравственный вопрос. Вопрос, есть ли герои в сегодняшнее время. Начиная со «Сладкой жизни», мы наблюдали, что, собственно, общество и система, как угодно, атмосфера, в конце концов, травит человека, губит, но он находится внутреннюю опору. Он, собственно, противостоит этой же атмосфере, в системе, все что угодно. Здесь мы видим другого героя, а героя достаточно жесткого, видимо, в начале своей судьбы циничного. Может быть и так. И фильм этот действительно нов. И надо говорить прямо, что есть провал, есть неудача, но это именно вещи, связанные с искусством показать, не более того. Самое главное, что это фильм размышления, он даже не является притчей, заметьте. Он не носит какого-то назидательного характера, он фиксирует. Это все же можно было также снять по существу фоторепортаж. Но это не фоторепортаж, это кино.